Спеціалісти профсоюзних комітетів в області протягують моніторинг умов праці у сувязі з високими температурами. Так, працівники заводу газетної папери у Шклові скаржаться на тяжкі умови праці у спякоту. Температурний режим у цеху витворчості часом доходить до плюс 34 градусів, а зміна довжиться по 12 годин. Такий зворот поступив на гарячу лінію профсоюзів. Інспекція праці Могилевського обласного об'єднання профсоюзів виїхала на місце. При наведывании предприемства, где вырабатывают паперовую продукцию, инспекция працы переконалася, что температурный режим на сам реч перевышены. Але, как поведомило керавництво завода, обсталевание у вытворчих цехах у любый сезон выделяя высокую температуру. И это прописано у працовных договорах. За что работники отрымливают доплату за шкодность? А вот для того, как минимизовать дискомфорт у цехах и покой отпочинку, установлены аппараты с водой. Инспекция працы дала свои рекомендации наймальнику для створения больше комфортных умов. Согласно технологического процесса, температура в цеху должна составлять 28-30 градусов. Да, идет небольшое превышение температуры, но руководство завода старается сделать все, чтобы людям было комфортнее работать. Есть небольшое количество людей, которые работают конкретно на этой машине. Но изменить там практически ничего нельзя. Единственное, на что мы обратили внимание и было желание работников, чтобы в комнате приема пищи также установили или кондиционер, или поставили вентиляторы. Зараз люди, что заняты на этой вытворчості, працуют у зменным графику по 12 годин. Але перейти на скороченный працовный день яны отмовились. До речи, с початку лета на гарячую линию профсоюзов по республике поступило свыше за сотню зворотов, а от работников предприемства усе взяты на контроль. Юлия Шлыкова, Александр Тарасов, новини региона.